Очередную и громкую победу одержал наш земляк Сергей Ковалев. Известный боксер успешно защитил принадлежащие ему 3 пояса чемпиона мира. Бой соперников тяжеловесов состоялся в минувшую субботу в Лас-Вегасе. Уже в 3-м раунде Сергей Ковалев отправил в нокаут француза Наджиба Мухамеди. Напомним, Сергей Ковалев родился в апреле 83 года в Копейске. Боксом всерьез заинтересовался в 11 лет. В 26 начал карьеру профессионального боксера. Сегодня Сергей Ковалев – спортсмен мирового уровня. В его арсенале 25 побед нокаутом и 3 пояса чемпиона мира по нескольким версиям.